Hola, mi mamá. Хочу рассказать о том, как мы здесь с бабушкой работаем. Надеюсь, ты помнишь это местечко. Надеюсь, ты видела, как, что здесь было до этого. И мы решили, ну, я решила, что надо это почистить все. И тут пока вот убираю доски, там какие-то на растопку идут, какие-то просто, что-то просто выкидываем. Сейчас вот здесь еще разберем все. Плитку, ну, наверное, так и оставим. Здесь тоже, наверное, уберем все вот туда, вот сюда. И траву уберем. И все это будет убрано. То есть красота будет. И, в общем, тут бабушка у нас подвязывает помидорки. Мы ей помогаем, ниточки подаем, колышком привязываем, поливаем помидорки. У нас сейчас тут дожди идут постоянно. Ну, не постоянно, но очень часто. Это пока еще не подвязанные. Вон там еще немножко осталось. Вот тут процесс работы. Лейка стоит. Что мы тут прибираемся? Нашли бабушке поддон для цветов. Вот этот поддон. Типа большой горшок, тазик, леечку там. Кастрюльку, бабе Машину лейку. Там очень много разного, ну, дерева, в общем, для растопки больше. Ну, сейчас приберемся, потом, может, засниму, что будет в конце.